На прошлой неделе прошла республиканская августовская конференция под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева. Учительство региона обсуждает новости и поставленные задачи. Центр дополнительного образования «Дарын» на базе школы-интерната для дарылых детей организовал обсуждение пакета инноваций, роли инновационных технологий, повышение уровня знаний, укрепление связи школы с семьей. На сегодня школы области оснащены интернетом, компьютерными классами, интерактивными досками. Все это расширяет возможности школ. Однако в отдельных населенных пунктах не хватает профессиональных кадров. Также на встрече были разъяснены преимущества национальной образовательной базы данных. Здесь будет вся информация о воспитанниках дошкольных организаций, учащихся школ и, начиная с этого года, студентов высших учебных заведений. То есть министерство, управление, районные отделы смогут получать оттуда нужную для себя информацию. Также система интегрирована с органами внутренних дел, здравоохранения и статистики. Хорошая новость. С нового учебного года будут введены ограничения на интеллектуальные игры, конкурсы и олимпиады на платной основе. Во главе угла – профориентационная работа с учениками. Среди задач также – совершенствование электронного дневника. Сегодня ряд школ еще не может отказаться от бумажного журнала. Это большое нарушение. Вся работа должна вестись через электронный дневник. Августовская конференция области пройдет 22 августа. Сейчас же проводятся секционные работы. Учителя подводят по своему профилю итоги прошлого учебного года, обсуждают готовность к новому. Актуальные вопросы будут представлены на предстоящем большом спецсовете. Галымжан Жумназар, Ежас Абдельда, Дусхан Сатпай, телеканал Кызылорда.